Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, канале, на котором каждый день есть что посмотреть по танкам. У меня сейчас идет прямая трансляция, и на прямой трансляции Саня, он же просто Саня, прислал подарочек. Спасибо тебе большое, Санек, за присланный подарок. Ребят, давайте распаковывать, посмотрим, что здесь. И целых, мать моя женщина, целых 10 открывашек прислал! Ну, Сань, ты чума! Ты просто чумище! Я шизею от тебя! Ребят, это мой шанс Костолома получить. Забираем и погнали. Погнали открывать. Погнали открывать. Братишка со взводной, обожди меня, пожалуйста. Давайте открывать бочки. Целых 10 бочек сейчас, ребят, откроем. Посмотрим, что с этого получится. Я надеюсь, что с этого получится что-то очень хорошее. Ребятам, которые в чате, пожалуйста, скрестите за меня пальчики по возможности. Очень-очень надеюсь на вашу поддержку и верю в позитивную энергетику. Поехали, ребят. Открываем первая бочка. И в первой бочке у нас 500 голды. Крутякова. Едем еще. Вторая бочечка. Ну давай, родимая, не подкачай. Еще 500 с золотом, пуговицы и карточки. Следующая бочка. Вот сейчас будет ломик скоро. Будет ломик, я его дособираю. Еще одну бочку открываем. Так, лом есть. Лом есть. Забираем, открываем дальше бочки и потом переходим к гаражу. Может, повезет там. Есть что-то классное. Черный ящик. Открываем. 400 золотом. И здесь 500. Ну, очень круто. Ну, давай, родимая. Давай. Давай, родненько. 10 косарей золота. 10 косых падает, блин. Мамочки. Ух. Ух, жарко становится потихоньку. Открываем следующее. 500 голды. Ну давай еще один лом. Не жлобись, да, еще один ломик мне. Так, еще две бочки остается. Есть что-то классное, есть что-то классное. А, контейнер закинуло, блин. Ух, я воспрял духом. Ну, давай, давай бочка. Еще 500 голды и карточки. Так, хорошо. По карточкам я могу открыть еще два контейнера. Забираем. Открываем и переходим к гаражу. Такс, назад. Еще раз забираем. А, блин, вылетел. Нет, я все-таки добью. Я все-таки добью этот контейнер и только после этого гараж открою. Мало ли, может, гаражу отлежаться надо вместе с ломиком одновременно. Что у нас здесь? Ну ладно, бог с ним. Ну что, гаражик, ребят. Гаражик открываем. 5% выпадения костолома. Господи, как я надеюсь, что он выпадет мне. Ну давай. Давай. Блин. Нет костолома. Косарь голды и мистический контейнер. Блин, ну это засада. Это засада. 200 золотом. Сань, братишка, спасибо тебе большое. Огромное спасибо за такой крутой подогрев. Буря, буря адреналина, буря эмоций. Мега крутые ощущения. Спасибо тебе большое. Друзья, если хотите все это не пропускать в реальном времени, приходите на прямые трансляции. Для того, чтобы их не пропускать, подписывайтесь на канал прямо сейчас и прожимайте на колокольчик. Буду благодарен за ваш лайкос. Сань, тебе еще раз огромная благодарочка. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока. Друзья, зря я быстро так попрощался с вами. В пределах прямой трансляции прилетел еще один подарок от Сани. Я его случайно открыл, но суть не в том. Суть в том, что еще 10 открывашек прилетает. Совзводный, спасибо тебе большое за компанию составленную. Ребята в чате, пожалуйста, скрестите за меня пальцы максимально сильно до хруста костей, потому что я открываю еще 10 бочек. И мне просто капец как нужен данный товарищ Костолом. Поехали. Первая бочка. 500 голдешки. Раз. Два. Сейчас будет ломик. Лом и 500 голды. Забираем. Открываем оставшиеся 7 бочечек. И сейчас пойдем открывать гаражик.
500 золота. Ну давай. Давай, родимая, заклинаю тебя всеми возможными заклятиями. 3 мистических контейнера. Очень круто. Очень круто. Выпадет мистический сертификат. Будет мистик. Ну давай мистик мне. Дай мистик. Нет, мистик не дала. Ладно. Бог с ним, мы здесь не за этим. Открываем следующую бочку. Еще 500 голдишки. Следующая бочечка. Еще 500 голды. Так, осталось 3 бочки. Ну давай, давай, родимая. 500 золота. Еще 500. Давай, родная. Так, собери их все. И идем, ребят, открывать. Идем открывать. Косарь голды. Косарь голды. Нормальненько. Нормальненько приземлилась. Что у нас есть? У нас есть одна возможность открыть контейнер. Открываем его. Ничего. Ладно. Бог с ним, с контейнером. Ну что, открываем гараж еще раз. Господи, помоги. Не верю. Не верю, блин. Ну нету, блин. Косарь золота и нет его. И надо опять до лома еще два раза бочку открыть. Жаль. Ну давайте еще раз откроем так напоследок чисто. Ну тут, короче, я так понимаю, собери их все, будут пустые в этом событии. Ну что ж, ребят, вот такие вот результаты. Спасибо большое за просмотр. Если что-то еще будет, то дозапишу. А если нет, то подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, потому что впереди еще много других интересных, познавательных, а иногда очень даже полезных видео. Мира вам, друзья, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока. Братцы, как я и говорил, если вдруг что-то еще будет, обязательно вернусь и допилю это видео. Сейчас без 20 час ночи, прямая трансляция продолжается, и прилетел еще один подарок от Сани. И Саня сказал, что если сейчас не повезет, то значит просто не судьба. Не судьба мне забрать себе костолома. Распаковываем подарочек. Не знаю, сколько написал. Еще 10 открывашек. Мама моя дорогая, как это дорого. Саня, ты просто имбище, но это капец как дорого, и, честно говоря, такие подарки принимать мне даже как-то неудобно. Спасибо тебе большое. Ребят, поехали. Поехали открывать, поехали костолома забирать. Держите за меня пальцы крестиком, я вас очень прошу. Что здесь у нас? Ах, блин. Я так надеялся, что сейчас здесь костолом появится в конце. Открываем еще. Открываем еще. И что здесь у нас? Собери их все. Лом. Лом, 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 лом. Потому что собрали. Полторушка с золотом. Собери их все. Забираем. Забираем. Я что-то сейчас уже, знаете, на ночь глядя, глаз замылен. Думал, что лом просто мне выпал. Оказывается, я его просто собрал по сертификатам. Ну, уже хорошо. Еще 500 голдишки. Едем дальше. Ну, родненький, ну я тебя очень прошу. Ну, пожалуйста, ну выпади мне. Ну, ты просто до одури мне нужен. Нет, блин. Так, еще 5 бочек. Еще 5 бочек, я верю. Верю в этот 1% выпадения. Полторуха голды. Приятно, классно. Ну, блин, ну дайте мне костолома, разработчики. Ну, пожалуйста. Как же так? Ну почему я читаю огромное количество комментариев, что костолома забрали, и только мне, блин, не везет? Пятерка. Пятерка голды. Это приятно, это классно. Но мне нужен костолом, блин. Еще полторушка. Пятьсот. И последняя бочка, ребят. Последняя бочка. 500. Такс. Ну что, давайте откроем один контейнер. Сейчас.
Ага. Забрать. Открыть. И поехали открывать гараж ломиком. Нету. Нету. Собери их все, ничего. Ну что, открываем гараж, ребят. Барабанная дробь. И что мы отсюда забираем? 5% на костолома. 1000 голды, блин. Ну не... 1000 голды и еще одного сертификата до лома не хватает. Да. Наверное, все-таки костолом действительно не судьба мне забрать. Пошел дальше на прямую трансляцию. Вам, друзья, спасибо большое за просмотр. Простите, что видео в трех частях. Мира вам и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.